Пословица «старый конь борозды не портит» точно не про пассажирское автотранспортное предприятие города Видное. В автопарке филиала Мострансавто не так давно уже было пополнение 8 новых современных автобусов Ликинского автобусного завода. А на этой неделе появился еще один, 9-й по счету. В четверг у нас произошло торжественное вручение ключей от 9-го автобуса. Вручали в Красногорске губернатор, исполняющему обязанности директора Видновского ПТП. На сегодняшний день у нас до конца года официально ходят автобусы большого класса и малого класса. То есть мы осуществляем исключительно замену автобусов малого класса автобусами среднего класса. В дальнейшем мы будем согласовывать этот вопрос обязательно с администрацией. Мы планируем и на муниципальные маршруты пустить эти автобусы, и на часть маршрутов межрегиональных, но на которых не такой большой пассажиропоток. Автобусы оснащены по последнему слову техники. В салоне ведется видеонаблюдение, работает кондиционер, на борту установлена система ГЛОНАСС – автоматизированная система пожаротушения. Разработчиками учтены и нужды людей с ограниченными возможностями. В салоне предусмотрено место для инвалидной коляски и даже места для собак-поводырей. Конструкторы позаботились и о комфорте водителя. Коробка передач у нового «ЛиАЗа» автоматическая. А каждый пассажир сможет в любой момент связаться с водителем по системе связи, установленной по всему салону. Радует, что дают новые машины? Поступили к нам новые автобусы «ЛиАЗ». Большинство жителей довольны этими машинами. Удобные, красивые, удобные в эксплуатации. Регулярно выполняются рейсы, все по маршруту. Мне кажется, от видновцев можно сказать, что большое спасибо. Новый автобус будет ходить по маршрутам 6 и 8. Однако постепенно, как обещали нам в Мострансавто, новые автобусы появятся и на других маршрутах города.